А вот... А чё, а чё бы нет, кстати? Тут ребенок инвокер, можно дело грязный поделать. Ля, ща пальцы буду разминать. Надо сразу эту чашечку бодрости жмыкнуть, чтобы... Чтобы кнопки нажимались. Это что за... Окей. У них пуш потенциал очень сильный. Если мы сейчас немного затупим, они нас пушат. Ну, с учетом того, что у меня снайпер пятерка, ну, типа, изилайн проиграл стопудово. Так что придется сейчас пытаться как-то жестко пушить. Можешь сыграть вообще через физического инвокера какого-нибудь. Типа через дезолятор там, чтобы быстро сносить строение. Нельзя затягивать. Блин, а ту мне контрастность выкрутил в доте. Почему все такое контрастное? Что за хуйня была только что? Мне показалось. А вард мой где? Кого? А, ну да, так-то. Две башки, два варда. Чекай, как мы линию отстоим. Смотри, вот сейчас вот чисто интересно. Если он качает шапнель сейчас на первом левле, он будет постоянно пушить линию и руинить лайн дико, потому что, ну, типа, чел на медузе не сможет фармить. Окей, окей, надо понять, чем он вкачает. Если тычковать будет, тогда ладно. Это может что-то даже получится. Это что, фастов банк, что ли? А, руна. Ну не... Ёпт, нет, это мужики, не. Я что-то подумал и придумал, что я не хочу с ними махаться вообще никак. Ну, я... Ох ты. А глаз будет? А мне что, трипл ми? Ну ладно. Начало положено. Можно через дробовик сыграть вообще, ну типа аннигиляторную пушку сделать. Как вариант. Но и сначала надо понять, насколько тяжко будет. Мисс плюс мисс. Шанс подкрутили опять, я понял. Зачем вообще в доту играть, когда можно просто на шансах игры выигрывать? Ля, не бей. Но, блин, придет через квас играть. Он же заколебет меня сейчас. Просто своими ракетками и лазерами. А все, а куда? Ау! Блин, прям шкаляр-шкаляр. А че, а кого? А все. Анима, руны. Ищи новую. Еще дядя. Не-не-не-не-не. Ебать, нихуя. А что с ранжой? Нет! Да, блин. 40 голды ему халявный подарил. Ну, это оправданные миссы. Два мисса. Блин, что-то не спасает меня квас. Вообще, что-то как-то больно. Ну, думаю, на троечку вкачаю, уже будет проще гораздо. Там сколько будет реги на 12? Больше, меньше? Это, ага. Видали, он там бегает. Буду разминать его. Чё как? Нажимай на свою банку грязную. Медуза без фарма осталась? Ну нет, кстати, снайпер шапнель не качает. Типа, он не оправдал мои ожидания. Так что, может, не все так грустно даже будет. Ну сисуть не успел, ну ты на микрошишечку. Ну, о, блядь, я и тут не стакнул. А твой, блядь? А в смысле я не... О! А как так? А не понял. Ля, больно. Ну, у меня 13 денаев есть, так-то неплохо. Он манок все потерял, отлично. А, миссы. Люблю. Мне кажется, я всю игру буду ныть про миссы. Меня вообще тупо на шансы не везет. У него вроде синтрек был, не знаю, есть обсерв, нету. Ну, кстати, 6-я минута, счет 0-0 до сих пор, как бы. Ну, это неплохо.
Тинкер, ты где? Путь, походу, боится. Вон он, вон он. О, куда? О, блядь. Шуганули его, я хотел на внезапничек кинуть. Первый ФБ на седьмой... Первая кровь на седьмой минуте? Жестко. Ну, хоть не мисс. Два мяса. Здрасте. Блять, он там что, на релокейте, что ли, накручивает? Больно вообще-то. Да не надо. О. Понимаю. О, нихуя, с первого крипа шмотка выпала. Но хоть тут на шансах повезло. Чем бить не могу? Не хватает. Заколебят. Морда нема. Ну, девятый получаю, в тинкеров помойку отправляю тогда. 18 знаю. Шкос. А, там лесной фурион. Ты мне хочешь сказать, ты ударил мне по рже, я призвал новых ржей, ты их тоже ударил. Серьезно? Ой, подъебчик на агре, фу. Фу таким быть, это Сережка на агре сидит, походу. Прям один в один, как Сережка. Он также подъебывает постоянно. Типа, первый раз умерли за 9 минут, такие, ну чё, как сидите? Играете? Такая пассивная агрессия. Блять, вот эта капелька осталась до его смерти. Вот чисто вот сколько? 52 единицы опыта осталось до смерти Тинкера. Я его похороню сейчас нахуй. Я все хочу купить обсерв, поставить сюда обсерв, но не могу. Все обсервы скупают. Проглади ты нахуй. Вот что-то умер? 9 левел, потому что не взял, вот и умер. Я себя. А что за внезапные ганги начались? Так, ну что, выискиваю Тинкера, получается? А вот он. Ля с даггером летает. Хуй-то. Да тут ты меня видишь. Ебать. А, мисс, плюс, блядь, иди нахуй играть. Блядь, ебать, шансы, алло! Может, мне что-то надо купить в игре, чтобы мне, не знаю, габен шансы на мясы открутил. Ну это пиздец. Ну типа, ну как нахуй играть-то? Так, города здесь не было, но здесь кто-то пачку крипов снес все-таки. Тинкер вижу. Есть великая вероятность, что я его сейчас даже поймаю. А, походу, за вардом пойдет сейчас, да? Что у меня на руна сверху была? Что за руна, хз? Что за руна? Покажи руну. А, волшебство, нихуя. Ну не, хуй-то. Ну, пока нет, умрет. Давай, бока не, хуйня. Крути свою вертушку. Пойду еще раз попробую фурьона с жоп поймать. Огнию немного. Блять, нихуя себе тут ворды. А, ну да, я понял, здрасте. Окей, мэн, окей. Сколько у него хп осталось? Одно? Два? А, понял. Блин, придется ему ворды покупать, походу. Вообще не вижу, чтобы что-то было по вордам. Как настрой? Боевой настрой.
Как бы шансы на миссы мне открутили, чтобы я нормально играл в игру. Ага, так и думал. Я жду, когда появится Тинкер. Он, походу, не появится, да, он все ману потратил. Вот рыт, а? Не дает мне нормально. За жопу поймать его. Пустак засел, говнюк. Ну давай, выйди из своей норы. Чертила. Ну. А и здесь видно меня нихуя. Жестко, жестко. Блин, не хватает еще копейки на дробовика. Прям лютые копейки. Точно надо добавить. Все, аллилуйя. Это что, амулетчик? А, это типа на глинер заготовочка, типа. Ну надо не с этого начинать, на лоу. А, меня здесь видно? Или нет? Так, давай-ка... Так... И вот так. О, не, варда нет, ладно. Снайпер обиделся, походу? Забавно то, что снайпер пятерка обижается, то, что его там убивают и так далее. Но пятерка, как бы это дело пятерки помирать. Так. Блять, нужно его поймать прямо сейчас, если как-то подставится, отлично будет. Хуй подставится он, скорее всего. Мне, чтобы тинкер ловить, нужно самому даггер купить, походу. Хотя, чё я мелочусь, давай куплю реально. Так, эффективнее будет. У меня телепорта нет, чтобы помочь. Помню, летит на курьере. Бьет? Да убьет, убьет, по-любас. ХСБ тоже убьет. А, понял, тут вард. Тинкерино. Булочка, ёпарса, ты просто иди из-за души. Все, а теперь я снайпера вижу, я вот снайпера Тинкера вижу, могу его легко поймать. Я АФК? О, понимаю. А чё с ним не так? Чё он сгорел? Вроде все нормально было. Ну. Я что-то не понимаю, видимо. Где, блядь, Тинкер? Вообще не вижу никого, темнушки. Снайпер репорт, 7 лайк, и я АФК. Сука. Так, сек, у него есть арчи? Арчи, да нет, окей. А, еще и фидить просят, ебать. Если сейчас фидить будет, это че будет очень печально. Тинкер, тинкер, но тинкер, тики, 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 тики. Блядь, да где враги? Нихуя, ни фуры, ни тинкеры, никого. Ага. А фура-то тут, где-то в кустах сидит. А где? А где? Кому курьер летел? Да ладно, да как так? Ну, не... ну и хуй-то. Супер капельки не хватило урона. Зачем она меня типает? На варде увидела то, что я санстрайк кинул. Я всю жажду Тинкера поймать. За него столько заплатят, просто охуеешь. Еще и ГОСТ купил. Иди сюда, булка. Дробовик. Ну, может, фурион пролетит. За фурион тоже заплатит дохуя. Ля, да кого угодно дайте мне. Я уже любого готов поймать за жопу. Угу. Сойдет. Как за фурион дали? О, сойдет, неплохо. Можно было и больше, правда, ну ладно. Ух, блять. Где-то здесь еще, опа.
В инвизию ушел на тине. А у меня был в КД торнадо, чтобы вот спануть, сука. Шмотку? А там есть что-то на урон? О, нихуя. Так, стоп, я не заметил сначала. Лотар купил на курене. Блин, пойдет агент покупать какой-нибудь. Чтобы просто вылавливать. Похуй. Так, а гем, блин, вместо чего? Вместо нулика? Винлес не хочу выкидывать. Я быстро бегать хочу. Масманы вроде трабл нету. Близко, близко, очень близко. Но я, походу, не попал в него санстрайком. Так бы он умер сейчас. Добили вы ярку, ливнуло. Так, че кого? Тинкерина. Я тебя когда-нибудь, сука, поймаю ведь. Сука, за жопу поймаю и поломаю. Злой. Есть идея, как его поймать. Сейчас сюда вар тыкну. И поймаю. Она ливнула же. Оу! Кого? ВФ это кто? Блядь, где он? Не вижу! А! Ну, ВРК зашла все-таки. Телепорт КД. Пойдет дальше? Телепортируется куда, интересно. Надо заканчивать, короче, мы уже как бы все. Мы их тупо зажали на базе, ничего сделать не могут. Соло-букер получается, но я же сказал, не проиграю. Зел дел. Ёпта. Ой-ой-ой. Ля, крипот какие-то происходят. Фу, задоджила. Да-да-да-да, да-да-да-да, не надо. Я иду? Не позволю! Блять! Да южин, да южин. Сейчас Курион, возможно, меня попытается убить, потому что я на лоу хп. Ну пусть подойдет. Я его даже сразу поймаю. А где? А где враги? Фурион пропал вообще. Хоть телепортировался куда-то. А вон он. Эй, сдаться. А где? А, в кусты, поход, зашел. Не, если он уже был тут, я его упустил, он ушел. Я блять, нихуя. Так. Я всего-то хотел подойти, стенку поставить к ним, чтобы они не выходили оттуда. А мне тут напихали по самое не хочу.
Да нажимайте на кнопку, нахуй! Ой, иди на. Ясно, я хотел просто торнадо нажать, теперь не смог. Я очень много бабла потерял теперь. Да ладно, чел рампагу на приколе сделал. Типает меня. Окей, хорошо. Раз ты так, куплю БКБ. Я пытался все это время торнадо нажать. Ну, если бы я нажал на гребаный торнадо, я бы спокойно ушел. Я даже скастовать его не мог, потому что просто стан, и все. Так, а погоди-ка. Как бы сейчас они в трон не пошли. Ты куда? У них не очень много урона. Ну, сейчас нельзя ошибаться, вообще нельзя. Одна ошибка, это минус трон. 52 секунды. Чел еще и покупался всякой хуйты вместо байбека. Нет, это не ГГ. Но это было близко. Больше ошибаться нельзя. Еще одна такая ошибка, все. Так, гем-то я себе могу купить. Еще один, хорошо. А, только не наглейте сейчас. У нас одна ошибка, мы игру проиграем. Сервис снял. Ля, байбек. Ну подойди, давай. С хиксом без? Без. После бая убили, еще будет шкос. Там ничего по типу прилика не выпало, нет? Нет. Ну и не надо. Вижу. Вопрос на засыпку, как он сейчас пойдет дальше? Куда он пойдет дальше? Тикер. О, что задумал, нихуя. Пока тик... Опа, вот это мне надо. Это охуенно. Ловлю тинкера на торнадо, он умирает. Я вот умереть забыл. Да ну не, ну